Всем привет, с вами... Ну, вы знаете, кто я, Гатси, и поэтому давайте убегать от лавы. Ололо. Ой. Меня напугал этот мутный красный чувачок. Ну ничего, нам тоже есть чем его напугать. Что, давайте попробуем выполнить это неприятное задание. Ага. Хитсьют. Хитсьют, хитсьют. Где ты, хитсьют? Что-то я не вижу этого хитсьюта. Видимо, он предмет какой-то. Так, хитсьют, хитсьют, хитсьют. Ага. На клавишу С... А, и П. Естественно, на клавишу П. Куда я должен убегать? Наверное, вверх. Классики жанра. Так, туда я убегать не могу. Меня почему-то замедлили. Ха-ха-ха-ха! Господи. Я слился. А почему я так медленно вообще бегал? Может, из-за этого гейского этого сьюта? Не понял. А где мое все? А, тьфу, блин, я уже напугался. Я должен убегать вверх, и все эти ребята не должны меня вообще отвлекать. Вверх и только вверх. Кстати, интересно такое задание, интересная карта. Лабиринт. Люблю на самом деле лабиринты. Только у меня почему-то хитпоинт кончается. Я думаю, это все-таки из-за того, что я без этого костюма теплового бегаю. Слишком смело. Но в этом костюме бегать очень затруднительно. Не знаю даже по какой причине. Видимо, потому что это долбанный скафандр. Нет, нет, нет. Вы не должны меня задерживать. Вы должны подохнуть в этой лаве, а я нет. Потому что я главный герой этой игры, а вы нет. Вы враги, вы противники. Ай-яй-яй, индикатор Фрапса, зачем ты меня загораживаешь все? Вин! Открыто достижение. Тепло, тепло, тепло. Шикарно. А мне понравились эти миссии. Буду выполнять время от времени. Потому что... Так, а запись идет? Идет, родимая. Я так что слегка чуть-чуть напугался. Думал, что микрофон не записывает. Так, ну ладно. Давайте попробуем еще что-нибудь сделать. Что это у нас тут? Метеоршторм. Неинтересно. Stealth Assassination. Давайте вспоминать, что такое Stealth Assassination. Потому что Assassination, это выглядит очень весело. Мы должны кого-то выследить и убить, видимо. Угу. Ой, да ядрёно ты ж. Кочерёжная. Ребят, имейте совесть. Ай. Не появляйтесь так резко. У меня, между прочим... Я, между прочим, еще не привык к этой игре.
Эх. Так. А вот так. Я чувствую себя злым, когда пользуюсь энтропической магией. Я должен пройти в эту комнату, скорее всего. Так, потом идти куда-то вверх. Там враг у нас, конечно же, но ничего страшного, я не боюсь врагов. Враги боятся меня, потому что я их убиваю. Я очень логичен, я знаю. Так, и где-то здесь, скорее всего, мы кого-то должны убить. Или я что-то не так понимаю. Что, кстати, более вероятно. Что это у нас? Это фиговинка. Хорошо, возьмем, воспользуемся. В хозяйстве пригодится. Правда, я так и не понял, для чего. Конечно, это писали мне в комментах. Можете еще раз написать в комментах. Я еще раз не прочитаю. А может, прочитаю на... наконец уже. А, и кстати, если вы хотите, чтобы я это прочитал, не пишите там, типа, лайк, чтобы Ати увидел. Это нифига не поможет. И это правда. Так. Что-то очень странно. Ладно. Будем искать другие проходы. Мне не жалко. Да ё-моё. Так, ничего. Жаль, 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 жаль. Ну что ж. Придется возвращаться и искать другие пути. Ах ты ж. Да ё-моё. Во! Кажется, я начинаю привыкать к этой штучке. Так, что у нас здесь? Босс. Какой там микробосс? Которого я убил буквально. И из-за этого я получил еще и ачивку. Шикарно. Босс оказался вообще ни о чемный. Помер с одной плюхи буквально. Ну. Что поделать? Видимо, я слишком крут. Так, здесь у нас кто-то респавнится, видимо, эти карлики лесные. Ну ладно. Да ё-моё. Ладно, валим из этой миссии. Я даже не посмотрел, что мне дали за это. Ну, ладно. Значит, что-то не такое уж и важное. Что у нас? Босс Тауэр. О, давненько у нас не было босс Тауэров. Давайте, что ли, завершим хотя бы один для приличия. Хотя бы для приличия. Нет, Тауэры, они идут где-то... Они всегда на поверхности начинаются. Это я помню. Это что за миссия? Ну-ка. Ну. Не люблю длинные леса. Это помните, как анекдот про монгольского лесоруба? Так у вас же в Монголии нету лесов. Ну вот, потому что я работал. Так, ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Воу-воу-воу. Ну что ж, поднимаемся... Комната босса номер 2. Ничего, эти враги нам не страшны. Это фиговинка нам тоже не страшна. Дохнет с одного попадания. Не, ну не серьезно, не серьезно. Ах ты ж. Так, что у нас тут? Просто Starwell. Ну ладно. А здесь у нас Ил-рум.
То есть, где очень много злых и не самых добрых мод... Ну, тавтология получается. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Тавтологии в народ. К тому же я слышал, что это типа модно. Эх, а мне за это на сочинении баллы снимали. За эту вашу моду. Но, к счастью, это было несколько лет назад. Так что, эй! Вообще обнаглели. Не видят, что я их убиваю. Не, главное, видят, что я их убиваю, но сами продолжают в меня кидать всякие фаерболы. Не, это ненормально. Так, ладно, проходим дальше. Воу-воу-воу. Так, а дальше будет комната с боссом. У-у-у, как страшно и как интригующе. Ты босс? Ты босс? Блин, я промазал. У-у-у, это плохо. Ого, а ты живучий у нас, боссера. И не дает мне простора для прыжка. Так, отлично, 300 Эволи Визаут Винских баксов. Это хорошо, следующая комната будет опять злая. Значит, там опять будут злобные карлики. И роботы-человеки. Ладно, не страшно, не боюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Только бить меня не надо за это. Так, следующий энчант все ближе и ближе, но что-то я не заметил, чтобы эти энчанты как-то работали. По крайней мере, так, как мне написал, я даже не знаю, кто мне написал в комментах к одной очень старой. Это просто единственное, что я запомнил из тех давних времен, давних ламповых времен, когда еще... Ай, когда что еще... Неважно. Так, следующая комната Бас Тауэр. Но мы пока что здесь погуляем. Вдруг тут у нас что-то интересненькое. Ага. Air Slash Enchant. Окей. Air Slash Enchant. Где у нас тут Air Slash? Air Slash. Ну, что-то я такого вообще не вижу. Energy Slice. Не, я, наверное, с этим сам не разберусь. Ладно. Будем собирать другие энчанты. Наверняка это нам что-то полезное дает. Поэтому не будем игнорить. Так, в следующей комнате у нас босс. Босс. Кстати, смешная карта такая получается, если смотреть на мини-карту. Если не обращая внимания на индикатор Фрапса. Тьфу, блин. Тараканище, ты меня напугала. А ты меня можешь укусить? Оу. Какие мы читерные, да? Какие мы читоватые. Так, ну ладно. Читер читеру рознь, как говорится. Поэтому я сейчас всю твою свиту отправлю на тот свет и займусь тобой. Называй меня теперь человек Дифхлофос. Азаза. Ладно, не буду выражаться как генерат. Так, ладно.
прыг, прыг, прыг. А где мой телепорт? Наружу, а? Что у нас тут? Воу. А этого бы я не нашел, если бы сюда не запрыгнул, потому что... Фрапс! Стервелл. Че, это еще не все? Ладно, давайте посмотрим, что у нас дальше. Не так нечестно! 4 монеты лежат просто так. Блин, 4 монеты. За 4 монеты рисковать хитпоинтами своими, прыгать в кислоту. А вы бы за 4 монеты прыгнули в кислоту? В реальной жизни. Так, что это у нас тут? А, я трикошетила не кстати, не кстати, не в тему буквально даже так. Хорошо. Что у нас тут? Оранжевый энчант какой-то. Ладно, энчант, энчант, энчант. Люблю я энчанты. Без энчантов. Не, подождите. Не туда пошел, бывает. Так, воу. Охренеть. А, и самый последний выход из миссии. Здесь у нас, наверное, никого уже нету, потому что я всех убил. И это здорово. И я даже не посмотрел, что мне за это дадут. Ну и ладно. Так, кстати, а что там внизу мигает? Я так и не обратил внимания. Варп. Ну, варп-гейты мне не интересны. Мне интересно то, что сейчас будет твориться где-то на другой миссии. Ой, здесь нам что надо сделать? Лава эскейп. Миазма вип. Неинтересно. Лава эскейп. Creeping Dead у меня, к сожалению, уже есть. Или к счастью. Это скорее даже к счастью. Так, Journey to Protection. Ой, это выглядит очень даже... Ладно, не важно. Destroy Boss Gang in Building. Так, это что у нас? Rising Bubbles. Ай, давайте выполним такую миссию для разнообразия, потому что мы таких еще не выполняли, насколько я знаю. Поэтому просто сразу входим сюда и... Да, я даже в эту мелодию не попадаю, я забыл все об этой игре. И это здорово. Вау. А, я понял, это несколько боссов, типа. Ну, не такие швывые боссы. Но вас, наверное, много, да? Но хорошо, если вас много, то где еще? А, ну так бы и сказали. Эй. Тоже типа босс, что ли, был, а? М-да. С одной плюхи свалить двух огромных боссов. Это... Это да. Это The Wall Without Wind. В какой игре вы еще увидите такую имбу? И че, все? Вот это было круто. Давайте еще одну такую же выполним. Потому что больше миссий выполнять просто так. Халявных. И чтобы быстрее открыть всю территорию. За это я получу миазма вип. Или что это там? Так, а в этой уже побольше хитпоинтов. Это уже начинает вызывать какой-то челлендж. А я фаерболами могу кидаться. И вообще всем, чем угодно. Так, что у нас тут? Большой хрен. Ладно, огребешь ты у нас. Огребешь как большой.
Fight Club. Открыто достижение. Ну зашибись. Это вообще двойное зашибись. Нет, даже тройное, четверное, пятерное. Квадро зашибись. Мне кажется, такие враги должны быть вообще обычными рядовыми врагами. Потому что то, что сейчас мы имеем в числе рядовых, это какое-то... Это слишком скучно. Как-то неинтересно. Они подыхают в основном с одной-двух плюх. А это как-то бы... Ну, я не знаю. Ну, не нравится мне это. Но сложность уже менять не буду. Раз начал на этой сложности играть, то на ней же и буду продолжать. Потому что нехорошо это менять во время игры сразу же сложность. Так, что у нас тут? Убежать от лавы. Ладно, давайте убежим. Тоже мне понравились эти задания. Ну, хорошо, что вот что-то новенькое открывается. Появляется разнообразие в игре. Так. Берем огнезащитный костюм, конечно же. Вау, в пещерах. Музыка еще такая эпичная. Это зашибенски. Кстати, эта игра мне напоминает... Начала вот в этот момент напоминать еще одну игру. Где? В нее еще Джефф играл. Так, я не могу двигаться. Я могу только прыгать. Вот, отлично. А то меня, видимо, заколдовал какой-то хрен. Хрен хренозный. Да ё-моё, буквально на голову уже прыгают. Вообще обнаглели, ребята. Недавно заходил в World of Tanks. Та же ерунда. Прыгают прям с моста на голову. Про Ватер Тандер вообще молчу. Но чтобы в танках бумзумили, это да. Ну что ж, где мой выход? Оу, блестяшка. Хорошо, значит, мне надо выходить немного в другом месте. Подстава такая, да? Но, надеюсь, этот путь уже будет верный. Нет? Да где ж ты? Скриншот сох... Какой скриншот сохранен? Я фрапс передвинул. Очень подозрительный вулкан. Ну да. Ладно, снимаем эту ерунду. Вообще полные враги, которые в такой миссии не дают тебе двигаться. A journey to protection. Давайте попробуем попротектировать что-нибудь. Потому что протекция — это протекция. В следующей комнате будет какой-то лютый пипец твориться. Я угадал? Судя по музыке, да. Музыка такая плохая. В хорошем смысле плохая. Как в сериалах 80-х. Да и не только в сериалах. Так. Что? Что? Какого черта я помер? У меня же были полные хитпоинты. Ну или почти полные.
Ладно. Видимо, я не должен вообще никакого урона получать ни от кого. Фуф. Но, к счастью, враги здесь такие, от которых урон избежать все-таки можно. Хотя иногда и сложно. Так, чуть сам не нарвался. Хорошо. Учит меня не получать урон. А что я должен сделать? Почему я не вижу карты? Ну, это... комната миссии, ладно. Где-то я еще кого-то не убил. Но где? Блин, это не смешно, ребят. Не давать возможности видеть мини-карту, это как-то... это как-то подленски. Ага, я тебя слышал. Блин, а большая комната. Ой, нет, нет, нет. Фух. Эти летучие мыши, они наиболее опасные, как я заметил. Особенно в этой миссии. Воу. А карлик-то отжигает. Нифига, нифига подобного. Нет, нет, нет. Фух. Фига. Где ж конец этой комнате? Неужели это как в Супер Марио? Последний уровень, помните, там, если неправильно идти, то он будет бесконечным. А многие-то этого вообще не знали и просто шли себе часами, проходили. Там, не знаю, целый день идут до конца этого подземелья. На следующий день, и потом Дэнди виснет. Примерно так все и было. Ну да. Не получил ни одной плюхи ни от кого. Прошел длиннющую комнату. И это круто, очень круто. Босс Делф. Не боюсь я боссов, если честно. Так, ну на всякий случай сломаем эти деревья, потому что в них, из них выползли какие-то сраные хрены. Да, я знаю, что они выползли вовсе не из деревьев, но они тут ходили. Это уже что-то. Угу. Должен кого-то замочить. Ничего, сейчас замочим. Ай-яй-яй-яй. Что это за черепок такой? Надеюсь, не мой. Так, я должен, значит, дойти до самого конца подземелья. Привет. Ты босс? Да ладно. Ты чё, мало каши кушал, что ли? Воу. Ясно. Ты у нас ловкач, типа. Но... не таких ловкачей убивали. Вот так и все, готов. Следующий. Нет, правильно говорить. Следующий. Где-то я кого-то там видел. Ой, дурак. В лаву, не в лаву, а в кислоту упал. Да. Поэтому в платформерах подобного вида, типа с ходячими врагами, биться гораздо проще, чем
чем со всякими летающими там, проходящими сквозь стены. Ох, осталось что? Осталась еще парочка. Так, ты у нас не босс, ты у нас босс, значит, да? Угу. Ну да, эти мелкие грызунята, они гораздо сложнее, потому что по ним тяжело попасть. И они быстрые, они летают. Но они слабенькие, конечно. Но энтропическим зарядом по ним особо не попадешь. Ну что, последняя пещера. С самым крутым, по идее, боссом. А тем временем давайте воспользуемся ситуацией и соберем все, что нам может пригодиться. Всякие сапфирчики, прочие ерундовенькие штучки. Так. Ну. Кто-то нам тут будет встречаться, а? Я уже, между прочим, половину пещеры прошел. Где я бы с боссом буду драться? У самого финала, что ли, комнаты? Я разочарован. Я очень разочарован. Да. Ну, хотя бы награда неплохая в виде опалов, сапфиров и прочих драгоценных камней. Не будет лишним. Ну что ж. Уходим. А то как-то... Не, честно, разочаровали. Разочаровали последней комнатой. А я-то думал, с кем-то так подерусь сейчас. Ну что, давайте фрифол, что ли? Это вообще такая глупенькая миссия, но... Напоминает мне, знаете что, помните игра Аладдин на старых приставках была, на Сеге, на Денди вроде не было. И вот там было этот, после миссии, где за эту обезьянку надо было всякие хитпоинты там дополнительно искать. Ну, типа если миссию хорошо выполнил, то потом была дополнительная миссия. И вот подобного рода там были вот эти миссии как раз. Уворачиваться от всяких горшков. Только они не подсвечивались стрелками. Ах ты ж, блин. Я вообще вниз не смотрю. Да. Надо мне чуть повыше подлететь. Так безопаснее. Гораздо безопаснее. Так. А, я не могу здесь ставить эти полочки, лесенки, ступеньки. А то это было бы вообще это... Ну, ладно. Абсурд был бы в такой миссии это делать. Все, ухожу нафиг отсюда, а то мне еще какая-нибудь фигня на голову упадет. Фуф. Давайте вернемся в деревню нашу. Может быть, что-то удастся нам построить, наконец-таки. Не, это не то. Вот она, да? Да, родимая наша деревушка. Change difficulty. Фуф. Не, пока не будем этим заниматься. Так, а чем мы будем заниматься тут? Континент статус. Два резидента. Э-э-
Хорошо, а я могу что-то здесь построить? Так, 8 мана реген, конечно. Сити Холл. Конечно. 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 Теперь я еще выше прыгаю. И это очень даже круто. Ну что, на этом давайте заканчивать. Ох, когда в следующий раз сяду записывать, это я уже сказать не могу, но самое главное, что я разбавил свой длительный перерыв. Ладно, с вами был Ати, до новых встреч и всего хорошего. Ставьте комментарии, лайки, подписывайтесь на канал, если хотите, а если не хотите, то не подписывайтесь, а если вы подписаны, но не хотите получать новые видео, то вообще отписывайтесь, и я-то не против. Так, ну ладно, считай, затянул. Всем пока.